Всем добрый день, дорогие друзья, всех приветствуем из Краснодара, с этого красавца стадиона, стадион Академии футбольного клуба «Краснодар». Сегодня принимает очередной матч «Мелбет» первой лиги. В гости «Краснодар-2» приезжает команда «Родина». Астемир Кардюшенко, Амур Калмыков, номер 91-й, Иван Тимошенко, номер 99-й. Дмитрий Парфенов, главный тренер команды «Родина». Что касается краснодарской команды, то здесь состав следующий. Карпов уже практически в штрафную, уходит мяч под левый. Карпов бьет в дальний угол, 1-0! Вот это удар! Вот это Данил Карпов! Я про него вам говорил, я сказал, что он опасен. Казалось бы, ничего опасного, но Карпов здорово здесь сыграл. Обыграл Плиеву и попал. Конечно, еще и от штанги, по-моему, да, мяч отскочил. Сейчас посмотрим на этом повторе. Вот здесь Плиев, а Карпов обходит. Удар, да, от штанги. Чуть-чуть мяч коснулся штанги и влетел в ворота. Карпов на Самко. Вот здесь можно пробить. Удар по воротам и вручает свою команду Баринов после удара Джонатана Акаронкова. Ну вот второй момент, пожалуйста, за 3 минуты. Краснодар 2 чуть дважды не забивает. И здесь даже, может быть, поопаснее было. И защитник Митя Крыжин сейчас пришел в штрафную и сыграл в итоге на подборе. Едва не забил, по сути, сел с игры. Ошибается Агальцев. Удар по воротам. Ну, слушайте, за 2 минуты Родина пробила по воротам раз 5 уже. Никто ему не мешал. Кроме него самого не рассчитал. Здесь, смотрите, удар Султонова. Выручил то ли Агапцев, то ли Иванов, непонятно. Здесь уже точно Иванов. Ну и дальше продолжение пошло. Да, за эту пятиминутку Родина наиграла даже не только на один, может быть, даже на 2 гола. Играет Акаронку, мяч сохранил. Самко, дальше налево, Жилкин. Это передача. Здесь, посмотрите, едва свои ворота мяч не срезает. Крижан. И сейчас подсказывает Жилкину, принимай, бей. Передачу выполняет, не проходит она. Еще одна подача. И тут уже рикошет, и едва мяч не влетает опять же в девятку. Остается Баринову. Ну вот, пожалуйста, за минуту Краснодар 2, либо, может быть, даже 3 момента создает. Краснодар в атаке. Акаронква, что делает он сейчас? И что делает Даниил Баринов? Даниил Баринов спасает свою команду. Как же здорово обыграл сейчас одним касанием Джонатана Акаронкова в штрафной площади игрока Родины. Давайте смотреть на повторе. Вот здесь. Вот футболисты команды Родина, которые уже заменены. И Дмитриев попал. И Султонов тоже. Еще одна же. Ах, нет, это красная карточка. Ну, наверное, это вторая. Желтая, да. Дмитрий Иванов, который попал на предматчевую программку. И вот момент есть у Родины. Удар по воротам. Это просто... Это Станислав Агатцев. Что сейчас сотворил этот кипер? Что он сейчас сделал, а? Еще одна борьба. Удар по воротам. И Станислав Агатцев. Завершится. Два великолепных спасения сейчас были от Станислава. Взглядами меряются. Подача на дальнюю штангу. Агатцев достает мяч. Еще один угловой. Или что? Но там травму получает Агатцев, потому что сталкивается он со штангой. Подача. И летел Баринов. Но Агатцев снимает мяч в воздухе. И вот она. Вот она победа, наконец-то домашняя, Краснодара 2, первая в сезоне. И более того, прерывается серия из 15 матчей без побед. Обнимается Краснодар, как будто выиграл вообще первую лигу сейчас. Данил Карпов приносит победу Краснодару 2 в этом матче.